Мы, короче, в Берлин. Ну что, мы приехали делать сюрприз. Такой невданчик. Вот наш номерочек. Мой этаж, хостел в Берлин. Кстати, ну мы приехали сделать сюрприз, а Аня с мамой, они ни о чем не догадываются. Это идиотская, конечно, идея, с одной стороны, но с другой стороны, очень клевая. Короче, есть, мы хотим взять их реакцию, но должны быть примерно так вот. Они такие стоят, знаешь, такие. Я здесь буду две ночи спать. С красными, с синими очками, с красными глазами. О. Ну что, мы в Берлине. А ночью им покерить? Вообще, конечно, программа максимум. Погнали. Нет, ну это, как бы нам узнать, где они, черный? Ты можешь без палева как-нибудь? Давай. Спасибо, давай. Москва на связи была. Что он сказал? Сейчас собаку помоет. И позвонит? Позвонит им и напишет нам. Отлично. Пошли, пошли, они ворвут. Ну, рихтак. Рихтак. Так, все. По-бырому. Это с аппаратом там, все дела. Вот, и тут мы такие, та-та-та-ра, подходим такие, а она делает мне так, вот так вот. Ну, вот и проверил. Нифига себе. Привет. А как вы нас вычислили, привет. А мы случайно вас нашли, Сергей. Привет. Привет, ну мы пошли, мы ужинали. А сюда у вас виза. А вы когда приехали? Сегодня. А вы живете когда? В воскресенье. Молодец, да? А где вы живете? А, у нас. В хостеле. Мы не поехали к Вендеру, нас сломало. Да, у меня дела. Откуда вы взялись? А когда вы прилетели? Сегодня таким же самолетом, как вы. То есть вы только что прилетели? Да. А как вы нас нашли? А откуда вас висит? Ну, мы реально отчаялись и хотели идти в метро и ждать вас около отеля. Нифига себе. А это чисто случайно. Вот мы прям спускаемся, и вы стоите. А вы куда хотели ехать? К вашему отелю. Где? Снималась. Интересно. А как думаешь, мне понравился сюрприз? Да. Мой не особенно. Я в шоке от того, что мы живем здесь. In the end,
Ich möchte mich dich schlafen. Прекрасно. Я правильно сказал? Просто замечательно сказал. Спасибо.